В Башкирии начался весенний призыв. По расчетам, армию страны пополнят 142 тысячи человек. Призывники уже начали проходить медицинскую комиссию. Второе место среди причин, по которым молодые люди не попадают на службу в армию, занимает психические расстройства. Но лидирует традиционно заболевание опорно-двигательного аппарата. Например, вот последний год, да, мы отмечаем, что это плоскостопие. В прошлом году это был недобор веса у молодых людей, но сегодня, слава богу, этого нет. На втором месте это психические расстройства, на третьем месте заболевания кожи. И на четвертом месте это заболевание сердечно-сосудистой системы. Несмотря на это, количество призывников, годных к военной службе, рекордное – 82%. По словам председателя призывной комиссии Идемского района, сегодня молодые люди хотят идти в армию, уклонистов нет. Человек, который отслужил армию, прошел школу такой мужественности. Никакая другая ситуация подобной школы не даст. Для молодого человека, я имею в виду. Поэтому сегодня, наверное, с учетом вот этих оценок, молодые люди, планируя или делая прогнозы на будущее, имеют это в виду. Кроме того, каждый четвертый призывник имеет высшее образование. В военкомате утверждают, что это учитывается при распределении по родам войск. Сейчас особенно востребованы призывники с техническими специальностями.